Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним задание по русской литературе для 6 класса из учебника Коровиной. Раздел «Произведения русских писателей XVIII века» Иван Андреевич Крылов. Рубрика «Размышляем о прочитанном». Четвертый вопрос. Над чем смеется баснописец в басне «Ларчик»? Что изменилось бы в басне от перестановки ударения? Подготовьте выразительное чтение. Ответим. В басне Крылова смеется над бахвальством, пустым мудрствованием глупого мастера, который потратил много усилий на простое задание, так ничего не сделав. Ударение на слове «просто» наделяет фразу значением того, что у Ларчика и секрета-то не было. Ударение на слове «открывался» обозначает, что Ларчик был не закрыт. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте их в комментариях под видео. Спасибо за внимание!